Я дико злой, профессор! Профессор, что с вами? О, мы с тобой превратились в пиксели! Добро пожаловать, друзья мои, на канал Funny Family Games TV. И что ж, это продолжение второй части «Побега из комнаты». Вы меня просили снять продолжение, и, собственно говоря, вот оно сейчас прямо и будет. Давайте же приступим. Мы остановились с вами на 12 уровне, и что же нас там ждет? Погнали! Здравствуй, профессор! Давненько я с тобой не виделся. Как поживаешь? Что на этот раз ты мне предложишь? Здравствуй! Попробуй разгадать здесь загадку. Здесь тебя ждет две кнопки. Но тут не так все просто. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, да уж, конечно же, смешно. Я так понимаю, здесь, конечно же, я не смогу ничего разбить. Давайте глянем, что нас ждет в 11-й комнате и посмотрим, что же тут. Может быть, нам нужно будет еще раз нажать на эту кнопку? Оба. Ага! С 11-й комнаты есть проход в 12-ю, профессор! Что же ты молчал раньше? Так, а как мне спуститься вниз, профессор? А, я так понимаю, тоже с 11-й. Ну-ка. А ну-ка. Да, точно, реально. Все, получается, эти выходы ведут с 11-й комнаты. Точнее, вход с 11-й комнаты идет в 12-ю. И здесь... И здесь такой же проход. Ну и теперь разгадку, конечно, мы разгадали, дверь открылась. Ура! Ура, товарищи! Ура! Ты молодец! Справился с задачей! Да, профессор, конечно же, справился. Кстати, когда вы поменяете прическу, профессор? Она вам так себе идет. Ну сейчас не о прическе. Подумай, что же тебе нужно сделать в 13 уровне? Оглянись хорошенько по сторонам. Оглянуться по сторонам. И что? Я вижу здесь опять эти красные кнопки. Ну, нажму сюда. Опа. Ага. Ой. Они ломаются. Мне нужно успеть нажать. Еще раз. Опа. 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 Здесь также? Конечно. Конечно же. Ух ты, а там какой-то крюк. До крюка надо успеть. Что? Надо было нажать на крюк. А, боже ты мой, профессор, что ж ты молчал? Я ж тебе сказал, оглянись по сторонам. Да по сторонам-то я оглянулся, но вы же не сказали, что наверх нужно посмотреть. Так, профессор, давайте-ка еще раз. Что-то вы тут замудрились, замутили. Так, я иду сюда, я иду сюда, я иду сюда, нажимаю вот. Так. Так. Ага, есть! Надо было вот эту штуку повешать. 100-килограммовую эту железяку. Она спускает, в общем, эту цепь, и дверь вот так открывается. Вот такая загадка здесь, друзья мои, а мы идем дальше. Ну что, готов к настоящим сложностям? Что это значит? Так, бабочки, а ну-ка. Что за круги, профессор? Так, бабочки сюда полетели. Опаньки, бабочки сюда прилетели. Это что такое, профессор? Ух ты! Ага! Так. И что? Синий, желтый, красный. Что за загадка, профессорок? Что ты здесь намутил? Друзья мои, что здесь делать? Кто знает? Я прям что-то... Пока не знаю, в замешательстве. Опаньки, опаньки. Что, мне все нужны расцветки как-то так? А ну-ка, давай-ка теперь... Так, а давай-ка теперь вот так. Пойдем сюда нажмем. Почему тут разные цвета везде горят? Опа. Так, теперь сюда. Так, теперь погнали вот сюда. Опа, опа, опа. Открылось! Я не знаю, что я здесь делал, честное слово.
туда-сюда гонял этих бабочек, и у меня открылась дверь. В общем, как-то так. Так, что здесь, профессор? А здесь осторожно! Тебе нужно наверх добраться, чтобы нажать на кнопки. Осторожно, а что осторожно-то? Ага! Я понял, профессор! Вот, все, есть, я понял. Вот сюда есть. Ой-ой-ой, ключ! Эй, куда улетел? А, понятно. Сейчас, он туда-сюда летает. Берем, есть. Так, теперь вот сюда. Ну, профессор, ну, как бы не сказать, что прям тяжело было, но, в принципе, легко, нормально. 16 уровень, друзья мои, переходим сюда. Что тут нас ждет, мой волосатый друг, профессор? Я сам не знаю, что тебя здесь ждет. Что значит сам не знать? Луно. Что? Какое еще луно? Опа, фиолетовый. Опа, фиолетовый. Ага, луно. Друзья мои, я здесь уже все перелопатил. Я не знаю, как тут еще попробовать. Ну, кто знает. Так, пойдем, ладно, обратно. Без понятия, что тут надо делать. Ой-ой-ой. Так. Слушайте, а ну-ка. Так, пойдем еще дальше. Знаете, я о чем подумал? Да, вот. Вот тут у нас есть цвета. Но они же по трое идут, а у нас там 4 цвета. Так, друзья, я там было слово «луно». Я сейчас вот возьму, как он там обводил, поставлю те же цвета. Сейчас посмотрим. Посмотрим, получится ли у нас открыть так дверь. Сейчас. Подождите. Значит, первое у нас идет... Вот он, смотрите, видите, как пишет он? Давайте сначала берем этот цвет. Там заканчивается на фиолетовом, на вот этом. О! О! Да ладно! Как? Почему? Объясните мне! Я не могу понять, почему у меня получилось открыть эту дверь. Ладно, не суть, пойдемте дальше. О май гаднес. Профессор, что с вами? О, мы с тобой превратились в пиксели! И переместились в 90-е года. Попробуй пройти эту мини-игру. Ой. Ух ты. О май гаднес, попробуй пройти. Ретро. Да понятно, что ретро. А как мне с ними справляться, профессор? Он же меня съест, этот чудик. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, он меня съест, профессор? Может, тут у меня какая-то пушка есть? Или я смогу его перепрыгнуть? Да нет же... Ай! Подумай хорошенько! Что подумай? Я, кажется, придумал. Вот так! Да, точно! Это же Марио! А здесь как? А здесь не получится. Ты можешь его перепрыгнуть. Да, кстати, точно, я могу его перепрыгнуть и взять ключик. Привет, монстрик! И до свидания. Я сейчас пойду открою дверь. Жалко, что я не могу тебя своей головой дрык сделать. Ретро! Да понятно, что ретро. Открываем ключ, профессор. И заходим. Ну вот мы снова в нормальные времена переместились. Ну что ж, мой мальчик, подумай, что тебе нужно сделать здесь. Ой, подумай, я уже столько надумался. Что на этот раз, профессор? Какой сюрприз вы мне приготовили? Так, ну давай пойдем нажмем. Ух ты. Так, а может быть надо успеть пока этот нажать? Так. Нужно их одновременно запустить, скорее всего, да? Давай еще раз. Я в этом 100% уверен. Их нужно запускать одновременно.
Так. Блин, как же это сделать? Они меняются все время. Давай сначала тебя. Теперь тебя. А теперь тебя, догоняй их всех. Давай, давай, давайте, ребята, вы, у вас получится. Есть, вы молодцы, есть. Я догадался, что здесь надо делать, профессор. Там-то ты догадался, а вот здесь догадайся, недоумок. Что вы сразу обзываетесь, профессор? Какие-то цифры. Так, красный. Красный, зеленый. Ах, начинается опять этот ребус цветной. Понятно. Color Mixed Test. Я понял. Короче, надо думать, я понял. Эти цвета связаны с прошедшими моими комнатами. Я, кажется, немножко начинаю понимать, что здесь. Друзья мои, я понял здесь загадку. Посмотрите, у меня здесь написано тест 19. Вот эта строчечка красного цвета. А, соответственно, строчечка 17 уровня. В желтом цвете. Ну и, конечно, как вы знаете, если смешать желтый с красным, получится какой цвет? Правильно, оранжевый. Значит, что нам тут нужно сделать? 17 и 19. Оранжевый. Вот. А здесь у нас 19 и 14. Значит, нам нужно красный смешать с каким цветом? Давайте посмотрим, что у нас в 14-м. Синий. Значит, нам синий нужно смешать с красным, и у нас получится, скорее всего, фиолетовый. Ну, да не скорее всего, а 100%. Все ведь в детстве смешивали, да и сейчас, кто смешивает цвета, знает, что это действительно именно так. Сами даже попробуйте смешать синим с красным, получится фиолетовый. И мы смешиваем синий с красным, и получается у нас фиолетовый! Точно! О, боже ты мой, профессор! Что за куча дверей? А здесь тебе нужно найти правильную дверь, чтобы найти выход. Да? Ну, ладно. Это? Нет. Это нет. Это нет. Это нет. Какая же, профессор? Ну, я так понимаю, мне просто нужно перелопатить все двери. Давайте я в свою пойду. Ну, нет. Нет. Это нет. Нет. Профессор, так у меня ни один ключ не подходит. Что за подляна такая? А ты что думал, мой мальчик, все так легко будет? Ха-ха-ха, смешно. И как же мне найти выход? Какая дверь? Говори же уже. Ну реально, ни один ключ ни к одной двери не подходит. Что? Я хотел пойти в другую комнату, подошел к этой двери, нажал на ключик, и у меня открылась дверь. Ах ты, профессор! Ну ты посмотри какой, а! Устраивает мне тут разные загадки и ребусы. 21 уровень, друзья! Круто! Кстати, давайте выберем другого персонажа, чертенка. Я дико злой, профессор! Так что не расстраивай меня! А я сам злой! Так что, если ты не справишься, я буду рассержен! Ну ладно, хорош шуточки! Что здесь, профессор? Такой он злющий этот чертенок. Так, ладно, давайте прыгаем. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Самый низ. А потом снова запрыгнем. Обратно пойдем. Так, вот сюда ставим. Опа, отлично. Так, ну вот этот можно... Нет, этот нам еще пригодится. Отлично, теперь снова вот этого ставим. И что? И открылась дверь. И мой чертенок безумно рад. Что здесь, профессорок? Ой, не знаю. Тут опять все с цветами намешано. Ох, как же я не люблю эти цвета. Боже ты мой, ну что за загадки опять?
Так. Сейчас загорится какой-то. Нужно будет нажать, наверное. А, нужно повторить цвета. Фиолетовый, оранжевый, голубой, еще раз голубой, красный, фиолетовый. Ага, фиолетовый. Так, оранжевый. Надо запоминать цвета, друзья мои. Голубой. Так, еще раз голубой. Так, а какой последний? Красный, по-моему. По-моему, красный. Ну-ка, 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 давай. Да? Красный. И, по-моему, снова фиолетовый, нет? Да! Есть! Точно! Фу, слава богу, у меня с памятью еще более-менее все хорошо. Так что продолжаем. Ого себе! Сколько шариков! Крутяк! Ну да ладно, я так думаю, мы этот сюрприз оставим на следующую часть, друзья мои. Посмотрим, что же там скрывается под этими шариками. Ну а сегодня вы были на канале Funny Family Games TV, и мы с вами проходили загадку с прохождением из комнат. Кстати, здесь еще колючки есть по сторонам, по стенкам. Друзья мои, если вы хотите продолжение, пишите обязательно в комментариях, стоит ли снимать третью часть. И ставьте лайк обязательно этому видео, кому нравится эта игра. Всем удачи, друзья! Всем пока-пока!